не только ваш край озвучивал о том, что передаются федеральные полномочия, а деньги с ними не передаются. И мы видим, к сожалению, это тенденция последних тоже лет, когда, получается, нагрузки на региональный бюджет возрастают, и, соответственно, степень свободы уменьшается у региональных бюджетов. Меньше тратится на инвестиции, меньше тратится на какие-то вот развития. Судя по реакции и заключению комитета по бюджету, что, в общем, поддержат все эти предложения. В различном плане это будет способствовать и увеличению доходов бюджетов, увеличению и более эффективное оказание помощи в различных секторах, ну и дальнейшему развитию бюджетного сектора в целом.